Следующий инструмент, это тоже инструмент фирмы Kraken. Модель называется Nexter. В принципе, это обычный страт, за исключением того, что прежде у него стоит хамбакер. И есть переключение на противофазу в датчиках. Накладка сделана из палисандра. Лады здесь не очень большие. Перламутровые точки. Корпус выполнен из липы. Но самое удивительное в этом инструменте то, что вы не поверите, как этот инструмент звучит. И стоит всего 500 баксов. Попробуем его в студии. Сыграем что-нибудь фанковое. We'll be right back.